Давай, Машенька. Твоя слова. Давай, тебе любимое еще. Тебе больше нравится. Любимый. Что ты еще не забыла за месяц изделия? Нету нот, да? Подожди-ка. Дай момент. Коля, отойди. Делить будете. Штук по 20 каждый. Угу. Я нарвал зелени всякое. Интересное главное. Матушка увидела, а я с Надеждой Васильевной там в огороде. И она прямой наводкой на меня идет. Я маленько посторонился, я говорю, похоже, ты на меня направила путь свой. Ну да. Что же такое? Она подошла, вот чеснок я убрала, он обрабатывает в окно, покажи, просит. Она прям схватила, все мне отдает. Отдает. Я говорю, это хорошо, но вот такого лука зеленого, пера, нету там зацвет. У вас, говорит, две грядки зеленого. Я говорю, ты-то откуда знаешь-то? Да крещение недавно было, ну и рядом шла. Она не утерпела посмотреть. Да. А почему это прирожденный агроном? Сначала техникум, потом закончил институт сельскохозяйственный. Сижусь. Она умрет на огороде. Я зашел в лагерь, здесь щавель нарвал. Очень богато все нынче. Сейчас вот нарежу. У меня здесь все. Матушка подошла, рвет ботву морковную и говорит. А в ботве витаминов больше, чем самой этой. Я говорю, какого? Каротина? Нет. В ботве его там и никогда не было. Иначе бы я жевал всю зиму. Каротин в плодах. И она ничего не стала говорить. Ни слова. Видать, поняла, что просчиталась. Казалось, каротин там. Я говорю, мы идем морковку на мелкой терке. Я больше 30 тысяч часов. Тысяч! Ты вообразишь, что это такое? За компьютером не просто сидеть, а мелкие буквы читать. Верстал книги сам. Меня научил Нафанаил Судников. Николай Николаевич. Ну и как?
А вот так остался живой. Это же невероятно. 9 лет не вылазил. 9 лет непрерывной работы. 38 книг в бумажном варианте, да ты еще в интернете. Я тоже сверять. Корректоры найдут ошибки где-то. Мне надо их завести сам делал. Вот до фотошопа. И остался живой. А как? Мой организм подсказал. Ничего тебе не надо, кроме сырой морковки, на самом мелком тереть. Вот смотри, как я сейчас закончу ее жизнь. Вот этот чеснок, который она делает, тут у меня, я уже показывал это. Это называется зелень. Меня спрашивают, зелени нету, Мария, зелени нету. А я в потемках приезжаю домой, и вдруг сломался бульдозер, сломался. Я свободен. Я сегодня успел все абсолютно сделать, что требовалось. Спилили с тобой, там убрали, там. Надо про крапиву сказать Устинову Андрею, чтобы забрал. Вот так. Бог делает. Привезли деталь, а деталь оказалась та самая, но для новой модификации бульдозера. А ему надо для старой. Еще мешок. Значит, Валерий Владимирович, сейчас мы поговорим. Он завернулся и все. Еду скорее в Барнаул утром, чтобы деталь была здесь. Не знаю, как он сумеет так. Короче, достать там, он приедет, уже будет закрыто все. Ой-ой-ой. Драглайн узнал. Нашел где-то. 2500 часов и 31 тысяча за подвозку. Я говорю, нет. У нас таких средств не было и нету. Поговорили с ним, чтобы согласился сделать. Ну, по-божески, как вы. По полторы. Вот, смотри, а тут-то что у меня? О. Тут все, абсолютно все здесь. И репей, и одуванчик, и укроп, капустные листья, свекольные, крапива. Видишь, вот это свекла, и все же видно. И крапивы, и как, и двудомные, и бездомные, тут хоть как назови. Вот так. Режу, делаю. Это не на один день. Я не знаю, четвертый раз, наверное, это я делаю уже за лето. Это похоже, что? Ну, за два месяца. За месяц два раза. А долго хватает. Скажите сюда. Ну, Игнатьевна, да.
вы откуда взяли эту фотографию? Я не знаю. Ну, наверное, он сам дал. От Надежды Васильевны. Не лайки! Чего ты, Егор, прячешься? Игнатий, эти ключи я положил под стопку. Не хочет, чтобы она была здесь. Не сможете. Ну все, слава Богу за все. Я буду идти пожилой, любой.